Сёння тэлеканал «Беларусь-4 Брэст» працягвае распачатую год таму традыцыю адзначаць міжнародны дзень абароны дзяцей актыўнай дапамогай маленькім жыхарам рэгіёна і запрашае ўсіх неабыякавых людзей Брэсцкай вобласці далучыцца да добрай справы. Сённяшнія адрасаты дапамогі – тэатр «Глорыя» Жабінкаўскай спецыялізаванай школы-інтэрната для дзяцей з праблемамі зроку, а таксама юныя таленты з розных куткоў рэгіёна. Дзеці з абмежаванымі магчымасцямі, але з неабмежаванымі творчымі здольнасцямі. Нашы дзеці, яны яшчэ не знаюць, как это будет и что это будет, но они уже ждут вот этой встречи с новыми людьми, то есть новые эмоции, новые контакты, новые какие-то положительные стороны этого общения, конечно же, скажутся на детях, потому что они всегда ожидают, живут в ожидании какого-то чуда. И я надеюсь, благодаря тем людям, которые откликнутся на сегодняшний марафон, оно должно произойти. Сямі раніцы ў прамым эфіры студыя тэлерадыёкампаніі «Брэст» прымае гасцей і спонсараў, якія дапамагаюць здзяйсняць запаветныя мары дзяцей. І ўжо першыя гадзіны тэлемарафону паказваюць, такіх людзей шмат. Когда утро начинается с такого яркого события, конечно же, это запоминающееся. Ну а от марафона, конечно, ожидания особые, потому что и повод особый. Это наши детки особенные, которые требуют, извините за тавтологию, особого внимания. Но мое желание, чтобы те дела, которые делаются сегодня, делались каждый день. Побач с профессийными ведущими сегодня и те, кто только марит ими стать. Дети – пераможцы дитячего кастингу. У меня радость, волнение. Я очень счастлива, что вот мне довелось открыть марафон. Акрамя студыйнай, тэлемарафон мае і вулічную пляцоўку. У самым цэнтры Брэста на Савецкай з 9 раніцы да 9 вечара сваю лепту ў агульную справу ўносяць дыджэй Радыё Брэст і артысты рэгіёна. Пабываюць там падчас прамых уключэнняў і гледачы канала «Беларусь-4». Ну а для тых, хто пажадае паўдзельнічаць асабіста, на працягу ўсяго дня ў будынку тэлерадыёкампаніі Брэст працуе адкрытая студыя, куды можна прыносіць падарункі. Уся тэлевізійная каманда ўпэўнена, тэлемарафон не пакіне берасцейцаў абыякавымі да дапамогі дзецям і зробіць іх жыццё больш яскравым. Это один из самых уникальных эфиров и самых необычных эфиров. У меня до сих пор трясутся руки, это правда, потому что в принципе к прямым эфирам мы всегда готовы, но вот именно телемарафон, он и в прошлом году, и в этом году, он заряжается какой-то волшебной энергией просто. Наш телемарафон 100% удался уже сейчас, на этом этапе, потому что такое огромное количество людей подключилось, такое огромное количество несет добро и свет, мимо, да, и что мы просто в восторге от этого эфира. Телемарафон от сердца до сердца протягивает свою работу, а значит, протягиваются и добрые справы, удельником яких может стать каждый жадающий допомогчи детям. Людмила Салзна, Лиса Григорчук, Александр Воронин, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брэст».